Да-да. Что тут делать-то? Тут надо, короче, возить грузы. Тут есть, короче, сложные карты. Что-то такое. Внедорожники там, машины. Покупаешь, возишь, продаешь. Сейчас выпущу. Я не понимаю, зачем? Зачем? Спасибо, что решили принять участие в восстановительных работах после... Ну... Ладно, неважно. Сначала найдите наблюдательную вышку и осмотрите окрестность, затем найдите грузовик, на котором можно будет доставить на место сырой материал для ремонта моста. Короче, нужно отремонтировать, как Ванёк назвал. Хуяки, чё. Понял, да, блядь? Как ехать? Еще не едь, да я не буксую в говне. Все нормально, нормально. Проехал, проехал. Пошел, пошел! Смотри, пошла, пошла, нормально, пошла, пошла. Тихо, 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 он прыгает, а я не... Ой-ой-ой, разогнался чисто внедорожник, пошел, в занос, угла. А-а-а! Тихо! Хорошо, 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 тихо, тихо, тихо. Вот и все, вот и выехал. Ну, ебаный рот, блядь. Да, симулятор езды по говнищу. Я врезал. Да как меня занесло-то здесь? Вы повредили машину. В меню функции вы можно получить подробную информацию. Какую подробную информацию? Я там легонечко врезался. Да пойдем, похуй, едем. Так, куда мне надо-то? Блин, что-то не нравится мне. Она как-то подлагивает или чешу? Я не знаю, кстати, что она прыгает. Ну, это... Это гэнгста машина. Для нормальных пацанов. Так, ладно, поехали за грузовиком. Так, а как мне к нему? Там дорога была. Блин, жалко, здесь какой-то мини-карты нет. Мне надо найти. Вон же задание мои, найти грузовик. Ну, чисто идет нормально, нормально. Так, надеюсь, не громко будет. Блин, опасное место, слышь. Вот здесь левее поеду. Я чё, дурачок, что ли, ехать по этому дерьму? Вы нашли свой первый шоссейный грузовик. Погоди, ручной тормоз надо снять. Надо не забывать, кстати, у меня же есть ручной тормоз. Ладно, поехал. 240 литров в нем, нихера себе, дура, слышь. Тихо, тихо, тихо. Ну, лес-то я знаю. Доставить к старому мосту металл, балки, икс. Мне нужны металлические балки, кстати. Ссылочку я оставлю под видео. Да какие ссылочки под видео? Так, ну мне, походу, лесопилка. А это чё? Блять, это Ванёк поставил, да? Да я сам захотел, Ванёк, чё такое? Близи. Ванёк поставил просто раш. Да это Ванёк, наверное, нет? Сейчас ёлки позбиваюсь! С дороги, с дороги! А чё, нормально? Ну, я чуток поездил, пацаны, минут 10 еще и все, и чё, я лопну. Довезу ледяные, ой... Ну вы поняли, короче. Тихо. Тихонько. Пошел. Смотри, как прыгает. Смотри. Под музыку. Уже 6 литров потратил, 7. Нормально. Чуть не врезался, ебать. Нужно подъехать к нему задним ходом функции. Вы выберите присоединить. Опа! Выбранный груз можно погрузить несколькими способами. Автоматическая погрузка — простой и быстрый способ, для которого не нужен кран. Ну вот же китара, чё и сказал. Загруживаю. Так, и чё? Ну я загрузил, чё? Куда ехать? Ебать, а сейчас с грузом-то, наверное, херовее будет, да? А там я через реку-то так не проеду, вот здесь могу проехать, да? Неплавненько как-то играется.
вот, вот так. Но я не знаю, на стандартные на C не работает. Артем, кто-то просто уже високосный год поставил. А, в натуре Годман поставил. То есть топом. Да. Как раз по дерьму еду, Ванёк, по твою музыку чисто. Блядь, там вода! По левее, левее я поеду сейчас, нормально же? Там камни. Камни. Нет, давай по воде, по камням лучше не ехать. Давай, 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 говновоз! Давай, говновоз! Тащи! Хорошо. Интересно, я тут застрять вообще прям могу? И все, и что, Габелла будет тачку не вытащить или что делать? Я заново игру проходил. Нет, ну на другой точили, наверное, надо приезжать, вытаскивать. О, рта гачи поставил. Хорош. Давай, 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 давай. Пошла, пошла. На автомат. Гуд. Все. Я ж не перевернусь. Ебать, может тебе чисто шансон в машину поставить? М? Какой шансон? Ну шансон, там сейчас тебе чисто этот плейлист бутырки включу. А, теперь мне дерево надо привезти, да? Ну хорошо, грузим, все. Там прицеп еще стоит. А зачем? Ну давай. А с прицепом я смогу? Ну-ка. Там далеко. Я че, я дальнобойщик или членник какой-то? Сейчас чисто он. Это тебе надо было в Евротрак играть. В Евротрак тоже могу сливать. Так давай в Евротрак. Мы чисто это... Блядь, я в говне застрял! Нет, как выехать? Блядь, что делать? Ну зачем я сюда поехал? Как выехать? Едь. Все, мы тут не играли. Как ехать? Че это нитро? Ёх. Давай, давай, потихонечку. Ну давай, 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 давай. Ебать. Если вы забуксовали, то можно воспользоваться лебедкой, если есть к чему ее прикрепить. Чтобы использовать лебедку, откройте функцию, нажав V. Как? Чё? Лебедка должна быть закреплена на достаточно устойчивом предмете. Выберите конец лебедки на машине и найдите подходящий объект поблизости. Как что делать? Что делать? Не понимаю. ВФ есть. Давай, тяни! Тяни, тяни! Сюда, говно! Пошел, пошел, пошел! Да как я выехать-то не могу? Заехал в какой-то... Давай, давай, давай! Охренеть, слышь, сел там. Выезжай, я тебе... Чё такое-то? Чё такое тут? Нет ничего такого же. Фу, застрял в говне. Ну пошел ты нафиг, прицеп. Ебать, это чё, скриптонит? Это он вот это вот дерьмо, что ли, сделал? Да, меня засадил в говно, ты видел, Аня? Да поняли мы. Так, погоди, а как? Я сейчас здесь не заеду нафиг. А чё, деревья... То есть древесина, чё, она тяжелее... Смотри, сколько здесь убил! Топливо! Я в гору не заеду с деревом. Короче, поеду туда, в город. Все, города уже нет вывески. Ебать, давай. Гору снесли, что ли? Блядь, да я еще сейчас перевернусь, что ли? Фу, нет, спасибо. Чё-то вообще еле с деревом едет. Обосрался на ровном месте. Да я сейчас... А я-то здесь ехал без всего. Я сейчас тут нафиг застревать буду. Или нет? Нормально, нормально. О,
Там гачи тихий огонек. Тихо, тихо, тихо. Главное по боку ехать. И все вообще заебумба-кумба. И... Тут темнеть что ли начинает? А чё темнеть-то начинает? Как фары врубать? Ночь! Какая ночь? Так, ну поеду здесь, как и ехал. Сейчас. То есть я сейчас здесь застряну, да? Стой, 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 на пониженную. Ну не надо, пожалуйста, ну я же ехал, все нормально было, давай! Ну иди! Чё? Догмен пишет, сейчас Бигфут вылезет и снесет твой нахуй говновоз. Какой еще Бигфут? Мне тут и... Да не-не-не-не-не, я доеду на своем говновозе, нормально. Только что-то он вообще еле едет, давай на автомат. О, пошел, пошел, сейчас через речечку перелечу. Хорошо! Все. Ну я что-то меня вот это, что я на ровном месте засрял, вот это меня... На пониженную. Все, короче, я устанавливаю Евротрак обратно в себя. Думаю, теперь мы по мосту можем проехать, и чё? Набрав определенное количество опыта, вы переходите на новый уровень. Каждый уровень открывает доступ к приобретению новых транспортных средств.